Подожди, твоя партия в 2004 году заняла первое место в парламенте? Да. Ого, то есть ты был как бы при власти, не в оппозиции. Да, конечно. Да. После этих выборов я стал министром. Но по практической конституции Литвы, то я мог претендовать и премьер, на пост премьера. Но я четко понимал, что мне не хватает ни компетенции, ну, до хорошего знания. Я четко представлял себе, чувствовал ответственность за Литву, и были очень достаточно хорошие, сильные люди. Я попросил Бразаускаса, он бывший президент, попросил его стать премьером и вошел в его кабинет. И вот мы достаточно хорошо работали. И в то время наше правительство назвали «тигром» в Балтийском регионе.